Так, решил на своем канале показать вот телефон Note 10 Plus, довольно недешевый и неплохой телефон, на котором я сейчас снимаю свои видеоблоги. И многие вот мне говорили, что опасно мыть, что хоть он защищен по стандарту IP68, но опасно мыть им. Не знаю, я его редко, но мою. Пока у меня проблем никогда не возникало с этим. Кстати, посмотрел одно видео. Вот немножко если взять, растереть этот зубную пасту, вот еще ваткой. Вот ватным диском можно его вот так конкретно прочистить телефон. То есть, опять же повторяю, если ваш телефон поддержит технологию IP68, вот непроницаемость и пыль непроницаемость, но при этом ваш телефон никогда не падал. Вот так. Потому что может быть дефект или замена крышки какая-нибудь, если была. Вот так. И никаких проблем нету. Вычищайте свой телефон. Я это уже делал не раз, на Note 9. Делал это я еще и на своем телефоне Samsung S7 Edge. Но он сломался у меня. Потому что я менял крышку одного араба. Он, оказывается, заклеил неправильно. Ну, никак не нужно. И все. Из-за этого сломался у меня. Сломался у меня телефон. Вот так. Вот так, вот такая красота. Чистенький. Вот, абсолютно как новый. Машалла. И никаких проблем нет. Надо его будет продуть. И смело можно ставить чехол обратно. Кстати, чехол не забывайте тоже помыть. Так, так. Я сейчас там сейчас включу под водой. Если батарейки хватит, я его мы записываем. Секундочку. Все заводится, как видите. Никаких проблем. Вот так, кладите его оставить, он будет где-то уже работать. Надеюсь, качественный ролик получен. Мы снимаем на Samsung A51. Вот, все, загрузился. Сейчас код уберу. Все, открывается, как видите, никаких проблем. Сейчас посмотрим, сенсор работает, нет, кстати. Давай, загружайся. Так, вроде работает, все нормально. Смотрите, все четко, все работает. Так, а под водой он работать будет? Давайте под водой включим камеру. Попробуем. Нет, под водой он не особо, не хочет особо работать. Ну, как-то вот так. Все. Ну все, отключил телефон, выключаем. Все идеально чистая труба. Так что если не боитесь, делайте такую промывку телефона иногда. Все. Понравился, не понравился ролик, поддержите лайком.